Всем привет! Данное видео записано специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. Сегодня у меня на обзоре приманки от фирмы Fanatic под названием Lobster в размере 2,2 дюйма. Упаковки производятся в Украине известным спортсменом Юрием Петрышем. Приманочек в упаковке 8 штук. На данном обзоре цвет 007. Один из моих любимых. Мне еще нравится 008. Он в принципе похож, там немного отличия по блесткам. Приманки идут со склеенными клешнями. Разрываем их с вами перед рыбалочкой. И приманка готова к использованию. Данный лобстер выглядит данным образом. Плотный довольно-таки хвост, чтобы он не очень быстро разбивался от офсетного крючка. Далее идет ребристое тело, голова с выпуклыми глазами и очень тонкие клешни, плюс одна пара усиков. В воде эти клешни очень классно играют. Они как в замедленном действии. Вот так вот потихоньку, по очереди. Он ими перебирает. Выглядит это очень аппетитно для рыбы. 100%, так как она отлично ловится на данную приманку. На конце клешни есть еще утолщение, которое дает сопротивление. И они из-за этого играют. Так, давайте найдем оснащенную приманочку у меня. Обычно я, конечно, оснащаю их на офсетном крючке, так как здесь все для этого сделано. Жало можно прятать вот в эти ребрышки. Небольшой крючочек. Но вот у меня на данный момент осталась приманочка с одинарником. Он здесь довольно-таки плотно сидит. Силикон такой вот. Он и мягкий, но он какой-то вот такой густой. И крючок он классно держит. Здесь у этого лобстера даже присутствуют глаза. Как мне казалось, что рыбе должно понравиться. Он уже бывалый такой. Здесь вот клешни держится на честном слое. Приманка в основном предназначена для ловли окуня. Ловится на нее не крупная щука. Если хотите половить в количестве окуня, must have к покупке. Силикон Фанатик очень уловистый. Ну вот, мы с вами познакомились с данными приманками, которые вы можете приобрести на fmagazin.ru. На этом все. Спасибо за внимание. Пока.